Сегодня у нас приехала машина Scania G-серии с системой впрыска HPI 2011 года. Пробег чуть меньше 1 000 000 километров. Проблема у нее в следующем: пробила прокладку под головкой. Просекает между 5-м и 6-м цилиндром. Такая проблема не характерная для этих машин, потому как в основном прокладки пробивают из-за просадки гильзы. Кто ремонтирует, те знают, что на Scania бурт упорной гильзы находится в нижней части. Поэтому Scania просадка гильз как таковыми не страдает. Хотя у него существует и фреза, которая подрезает вот эти места, нижние упоры гильз. Но на моей практике вообще не было таких машин, в которой именно от времени как-то там подвинулась гильза вниз или как-то просела на сторону. Поэтому сейчас будем разбирать и смотреть, что произошло. Better days.
In the while I reminisce and I wonder how we ever came to this. I miss the better days. Снял две головки, почистил. Вот на этой головке отчетливо видно, как отпечаток изменился, и расшило газовый стык. По блоку, по гильзе есть некоторые изменения по верху, но незначительные. В любом случае ее снимать нужно, потому что уже были жалобы на вытекание антифриза. Ну и состояние надо смотреть посадочного места. Дальше снимаем. I'm saying hi to all the cuties from around the way. Yeah. Yo, it's a must that I get papes. Peace to all the DJs who gave me love on they mixtapes. And once again, the man's back with a dance track. So here's your chance, Jack, to get loose and let your hands clap, clap.
Куда ты? Подожди ты, уже ссать охота. Подожди.